В Нигерии выясняют судьбу россиянина, которого захватили пираты. Несколько дней назад вооруженные люди атаковали судно, которое обслуживало нефтяные промыслы. Моряки успели подать сигнал бедствия, и нигерийские военные пришли им на помощь. Однако пираты успели взять заложников и скрыться. В руках бандитов сейчас находятся два человека. Это местный житель и гражданин России. Наши дипломаты, как нам сообщили в посольстве, пытаются выяснить местонахождение пленников.